Те, кто пытается разговаривать с Северной Кореей с позиции силы, укрепляют северокорейский режим. Вот все говорят о необходимости дальнейшего усиления санкций в отношении Северной Кореи. Но она, это Северная Корея, небольшая страна, она живет в условиях этих санкций уже десятилетия. И что? Вот смотрите, в 2001 году, я, по-моему, в 2001 по дороге там, в Японию, я был в Северной Корее и встречался с отцом нынешнего лидера. Он мне тогда еще сказал, что у них есть атомная бомба. Ну да. И больше того, ну, сказал, что мы с помощью достаточно простых артиллерийских систем легко достанем до Сеула. Это было когда? В 2001 году. Сейчас 2017, страна живет в условиях постоянных санкций. Вместо атомной бомбы у них теперь водородная. Вместо простейших артиллерийских систем теперь ракета средней дальности. 2700 километров, а то и больше, уже 5000. Что изменилось? Разве это путь, который способен решить проблему? Да нет. Мы же видим, что происходит совсем все наоборот. А ведь был момент, когда, в принципе, с Северной Кореей договорились, и она взяла на себя определенные обязательства. Прекратить военные ядерные программы. Нет, надо было буквально там через неделю заблокировать счета северокорейских банков. Потому что кому-то показалось, что те обязательства, которые Корея Северная себя взяла, слишком малы. Они могут и должны сделать больше. Но договорились-то именно о том, о чем договорились, а не о чем больше. Зачем надо было их провоцировать? Они тут же вышли из всех договоренностей окончательно и начали развивать свою ядерную и ракетную программу. И теперь мы имеем то, что есть. И водородные бомбы вместо атомной, и ракеты еще, кроме артиллерийских систем, в том числе систем залпового огня, которые бьют на 60, минимум на 60-70 километров, и неизвестно, где они зарыты у них там, и где спрятаны. Поэтому просто вот эта воинственная риторика, она опасна. Давайте совсем уж прямо скажем. Можно нанести глобальный обезоруживающий удар? Можно. Достигнет он цели? Неизвестно. Потому что наверняка никто не знает, где и что, никто не знает, где и что у них есть. На 100% никто не знает. Это закрытая страна. Вот и все, вот вам ответ. А нужна тогда эта риторика? Я думаю, что нет.